Поэт может быть поэтом, не сосуществуя с властью, не входя с ней в некий контакт. Да. Да, я просто думаю, что поэт должен уклоняться от этого контакта, потому что все контакты, ну же я назову святое имя Пушкина, все его контакты, там, где он хорошо относился к власти, там, где он разделял державную идеологию, там получалось позорные для Пушкина стихи, вы их знаете все, «Клеветникам России» и так далее. Там, где он оставался поэтом, там рождались шедевры. И так было всегда. Блок тому один из ярчайших примеров.